Подмосковье школьница умерла. Угадать, почему она померла в Подмосковье школьница. После того, как попарила электронку, зумерша прятала одноразку в нижнем белье и курила ее в своей комнате по ночам. В первом часу ночи отец услышал из комнаты девочки громкие звуки. Встревоженный папа забежал в комнату и увидел, что лежащая на кровати девочка дергается и хрипит. Пиздец, блядь, страшная хуйня увидеть такой, будучи батей. Родители на руках отнесли ее в машину и перевезли в городскую больницу. Врачи пытались стабилизировать состояние ребенка, но не смогли, школьница умерла. В ходе работы медики обнаружили в нижнем белье погибшую одноразовую электронную сигарету. Ее отдали на экспертизу. Точную причину смерти подростка установит СМЭ. Ну, не знаю, была ли уже экспертиза, был ли результат, но дети, школьницы и школьники, не курите эту хуйню. Видите, что бывает? Видите, что происходит? Такого даже я еще не слышал, а я просматриваю эфиры Соловьева «Из нужды по работе». Войдет в историю. 29 миллионов человек, если что, предложили уничтожить. А знаете, кто еще уничтожал миллионы и запретил выборы? Не удивляйтесь, господа журналисты, что телевизор меньше смотрит. Да, из-за такое сказанное вслух никого не уволят. Сегодня были там предложения выборы отменить президента. А зачем? Даже если мы все будем ходить тут на сук ковыряться, президент победит на выборах. Это не заслуга кого-то, это его личная заслуга. Я железно знаю, что он победит капитально, так что не снилось ни всей этой швали, которую там Макроны, Байдены, там и все, Шольцы и так далее и тому подобное. Это состояние нашего общества на сегодняшний день. И вот я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президенту, а это именно тот показатель сплочения, который есть на сегодня, что вся вот эта вот гниль, которая осталась, она должна быть, ну если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена. Ага, то есть он уже призывает уничтожать русских, которые, ну, не поддерживают президента, да? Ну, то есть Путина в данной ситуации. То есть 29 миллионов человек. Асу идиотом. Конечно, это же, блядь, ну, это просто пиздец. Понимаете, что эта хуйня попадает в эфир? Оно же какую-то цензуру все-таки там должно проходить. Оно, видимо, ну и проходит. Они говорят, ну, нормально, что, все правильно говорит. Бля, по телеку покажем. Пусть эти 29 миллионов человек знают, что их хотят в России уничтожить. Ну, по крайней мере, там. Так думают, понимаете, по телевизору этому. Депутат Госдумы, захотевший уничтожить 20% населения России, объяснил свои слова. Так, значит, толкаш ебучий старый хуесос объяснил свои заявления о гнили в российском обществе, которое он ранее произнес в эфире федерального канала. Депутат заявил, что имел в виду, что нужно уничтожить только тех людей, которые предлагают России завершить СВО в Украине. Не, ну слушайте, я-то думал, он что-то там придумает сейчас, какое-то оправдание. А он такой, ну вы чё, так я же вообще говорил про тех, кто против войны. Их надо уничтожить. А вы и не поняли, блядь. Так, ну да. А он не понял, что это пиздец? Он такой, типа, блядь, ну вы чё, ребят. То есть он реально искренне так думает и считает, что, ну, да, надо уничтожить. Только а чё поменялось-то? Он, типа, объяснил, а, ну так, а чё объяснять-то, если люди так и поняли это? Он буквально взял это и подтвердил. Вот дебил, блядь. Ой, сука. Есть оппозиция, которая говорит, что надо срочно завершить СВО. Как завершить? Сдаться? Когда вопрос такой задаешь, сразу начинается. Ну, вы знаете, надо найти, пойти точнее на компромисс. Ну, то есть, по сути, сдаться. А сдаться, это значит, люди пророчат поражение своей родине. Раскол государства и его уничтожение. К ним надо относиться как к врагам. Как с ними надо обходиться? Смотреть или уничтожать? Ой, блядь, это, конечно, вообще пиздец. Раскол государства, говорит. И уничтожение, если закончить войну. Ну, кто его знает? Может быть, оно и так. Но, получается, тем самым он как бы подтверждает, что данная война есть, происходит и будет продолжаться для того, чтобы, скажем так, Путин и вся его шайка, все его окружение продолжала сидеть там, где они сидят уже последние 30 лет. И без этого все это нахуй развалится. То есть, ну, как бы, да, для удержания власти все это. То есть он буквально это и подтверждает. Ну, окей. Тем временем кремлевская лошадь Лавров поехал в Северную Корею. Посмотрите, как Ким Чен Ын внимательно слушает дифирамбы от посланника Путина. Спасибо за эту возможность.
그래서 이런 기회를 주신 데 대하여 사의를 표합니다. 평양에서 만나게 돼서 반갑습니다. очень приятно, что мы с вами встречаемся в Пхеньяне. 말씀... Какая радость, блядь, для лошади. Один единственный пузатый на всю Северную Корею принял его у себя в стороне. Охуеть. Ой, блядь. Манданов, что? Спасибо. Тут на раве у Ванги есть. Идем до скорости. Наши люди очень большое внимание проявляют отношения между странами. Президент Путин просил передать вам свои самые наилучшие пожелания и подтверждение готовности выполнить все, о чем мы с ним договорились. Мы с товарищем министром, отцой Санхи, сегодня... Какой-то пустой разговор. Я не знаю, они постоянно что-то там встречаются, бла-бла-бла, бла-бла-бла. А толку-то, блядь, от этого вообще непонятно. Зачем, для чего, блядь, чтобы просто... Это Чангук? Показательно для аудитории, там, не знаю, для кого вообще. Непонятно, короче, на кой хер вообще это, чтобы что, чтобы чего, непонятно. ВСМ, зачем? Сотни составов с Кореи едут в Россию. Куча снарядов, ракет и техники. Ну это только сейчас началось. Вроде как там Северная Корея начала что-то там России поставлять, какое-то вооружение. Вот. И, ну, причем это, кстати, очень забавно, да, и очень лицемерно выглядит со стороны ватанов, да, которые как бы смеются над Зеленским, да, который типа вот он там бегает, просит боеприпасы, блядь, у Байдена просит, там, у Шольца просит. При этом, ну, а Путину, значит, можно бегать и просить, например, то же самое у Ким Чен Ына, блядь, у Син Цзиньпиня и у других, да? Типа, это нормально, это другое, ребят. Вот то, что там Ким Чен Ын сейчас дает России, ну ладно, чё. А вот Зеленский унижается, блядь. Помните, кстати, мы с вами смотрели видос про мариупольские новостройки в полях? Те дома, короче говоря, новые. Вот что там сейчас происходит, те самые дома. Какую беду? Так, канализация. И у вас канализация прорвалась? Смотрите, да что ж такое? О, ребята! А почему такое? Там на три подъезда так затоплено. На три подъезда? Да. Мы вызывали сюда, мы с Виссарием всех вызывали. И что? Нет машины. Сколько дней вот это уже? Да, да вы что? Да. Сантиметров, наверное, 20, точно, 15. Ой, бля. Это на три подъезда. По стенам уже. Да вы чего? Это вообще... Это кошмар какой-то. И запах ВСМ. Идет туда уже, наверх. А на первом этаже запах какой-нибудь найти. Вот я живу на первом этаже. И у вас запах в квартире, да? Да, запах в квартире. И уже маскара вот эта вот появляется. Как может полтора месяца не ехать к вам никто? Три раза приезжали. Ребята приезжали с Виссаря. А, и что? Не было там заглушки, они ее поставили. Но сказали, у нас нет машин, выкачать мы не можем. Ну, я не знаю, что. Бедные бабули. Тут такое ощущение, что в этих домах живет только вот, я не знаю, 2-3 бабушки, блядь, и все. Просто каждый раз, когда смотрят эти видосы с новостроек Мариуполя, ну там реально почти людей нет. Несколько бабушек, блядь, только, и все. Ужас, блядь. И то, которые теперь в канализации тонут. Даже не знаю. Я в ахуе, блядь, шо. А в США. Тут есть человечина и ЦСШ. А в США. Тут есть малки.